Всем трем и доброго времени суток, это Азит Дмитрий. И ленивый я. Если уж тебя каким-то чем-то сюда занесло, то бла-бла-бла, лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии, ну, в общем, участвуйте. Ой, смотрите, пишите и так далее и тому подобное. Почему я все это говорю вот здесь, в стартовом меню? А потому что там играет музыка, я не хочу, чтобы вы ее пропускали. В общем, у нас, как обычно, Far Changing Tides. Ну что, поплыли? Чуть не забыл. Опа. Эй! А где? Ну, приплыли. У меня... А, нет, все нормально. Фу ты, блин. Я думал, один фонарь пропал. Интересно, да, фонарь сверху упал? Эх. Давайте двинули, пока музыка играет. Не ожидал, честно говоря, что музыка будет продолжать играть. Идь. Вперед! Наш славный надвода, подвода, плава, полета. В общем, универсальная машина. Максимальная скорость. Ну хорош, блин, я ж тебя только. Ай, ладно, пофиг. Как-то движется, и ладно. Я извиняюсь за хлюпанье. Это, как обычно, с чаем. Заметил, что без чая записывать стало тяжеловато. А так вот. Горло немножко это садится. Так, а вот что это за плавучая фигня, а? Подождите-ка. Дайте-ка тормознемся. Цыц. Улетело, блин. Вот тут что-то плавает. Бултых. Вот тут что-то плавает. Означает ли это, что... А, стоп! Ой, я дурак! Надо было спуститься вниз посмотреть. Блин, с места-то, где мы отплыли. Видишь, когда, ну, запускаешься по новой, что-нибудь это появляется. Да-да-да-да-да, вот это я не подумал. Ну, помните, да, когда ты где-то появляешься с загрузки, там что-нибудь, там дрова плавают, еще что-нибудь, может, что пропустили. Какая-нибудь очередная оленья фигурка. О, кстати, цветочки. Как наш, вон там, на берегу. Вперед. Давай. Тише. Давай. Отлично. Цветочек. Как там наш цветочек, кстати, поживает? Да вроде в порядке. Вроде бы да. Красиво все расставили. Я, что там такое? Кто парус схлопнул? Ну-ка, цветы. Цветут цветы. Много, кстати, цветет-то. Цветов. Цветочков. Ой, кстати. Будильник-то кто ставить будет? Ну да, как обычно. Так. Угу. Так. Таймер. Как его правильные люди называют. Таймер. Ну, я говорю, будильник. Будильник у нас в Африке, будильник. Да. Что-то тут прям любопытное на фоне. Прям наши цветы кругом, а? Да, слушайте, это ведь то самое, что вот у нас там разрастается внутри корабля. Так, и что-то как-то темнеет, да? Вы тоже это видите? Я это вижу. И мне это категорически не нравится. А чего темнеет-то? У нас особо фонарей-то и нету. Сейчас надо за этим следить. За этим. За... за вымпелом нашим. За нашим флагом. Чтоб понять. Не начнет ли он в какой-то момент в обратную сторону
крутиться. Так, стоять. Бабах, бум. Ну ладно, притормозиться все равно успели. Как-то. Немножко тут, да, все дернулись. Ну ничего, бывает. Все в порядке. Да, почти все в порядке. Единственное, что... Почему-то дров совсем внутри нет, а мне это категорически не устраивает. Да, и, кстати, заметьте, не сохранилась вот эта вот полоска синяя. Вот эта вот, вот здесь вот. Не сохранилась она с прошлого раза. Так, ну ладно, что? Полезли? Стоп, нет, не полезли. Сначала давайте вниз. Хотя, честно говоря, не видно нифига. Ой, вообще ничего не видно. Ладно. Я-то нифига не вижу, вам вообще, наверное, у вас еще хуже. Так, ну здесь, кстати, можно проплыть. Ну да-да, как обычно. Оплыть эту конструкцию, ну прям вообще ни в коем разе невозможно. Знаем. Так, это у нас что? Какой-то ящик. Пока берем с собой... Да, я, похоже, я прав, что я взял его с собой. Так, тут у нас... Нет, это не выход. Здесь что? Скорее всего, вот так. Так. Знакомая конструкция. Блин, не получилось. Ну, а что я думал, нашего то на дрова отправить? Ой, птичка. Так. Тише. Уть! А, кажется, понял. Надо полную загрузку, скорее всего. Ок. Держи полную. Хе. Вообще, конечно, забавно было бы, если бы была возможность. О, кстати, а ведь этот шар... Только сейчас заметил, шар нарисован, на котором мы летели. Да-да-да. Забавно было бы, если бы была возможность угробить нашего тошку. Так. То есть какое-то такое, знаете, секретное достижение. Вау, бабах. Ага. А, ну это кажется... Так это маяк, похоже, да? Или что это? Хотя фиг его знает. Давайте повернем. Что-то мы делаем... Ух ты! Ух ты! Ух ты! Мы вышли из бухты. Мы сейчас его что, поднимем, что ли? Или что это? Что я не очень понимаю. Стоп! На том берегу, где свет горит. А это не концовка ли? Звук! Точно! Это, блин, концовка Far Lone Sails, когда, помните, наша там главная героиня или герой, ну там, по-моему, девчонка была, она там сидела на берегу, вот как раз нам маяк показали, и раздался в конце этот. Тут. И вот сейчас он будет 100 пудов. Ну-ка. Да, это он. Все, мы ее нашли. Офигеть. Да, мы ее нашли. Она сейчас... Знакомый звук, да-да-да-да. Блин, класс. Супер, реально супер. Так, стоп. И чё? И чего, и куда? Бум. Мы сейчас ее подберем. Забавно. А я все-таки думал, что это на наш корабль какую-то гуделку поставят. Но правда, был бы тогда лютый расход топлива. Ну, сами, кто знает, кто не знает, как эти паровые гуделки работают. Это же просто под давлением. Бам. Где я там? Где я там? Эй! Кажется, надо парус открыть. Я задумал тут уже все. Да. Не то чтобы прям... Кстати, то, что ракурс сменился, конечно, так непривычно, что ты сейчас как будто бы назад плывешь. Опа.
Сойдет. Ой, как неудобно-то, а. Блин, разверните камеру, ёкаламана. Эй, мелкая. Из первой части. Где-то там. Колокольчик с ногами, блин. К тебе тут ухажер приехал. Ну или друг. Нет, все-таки друг. В топку все эти ухаживания. Просто друг. Такой же путешественник, как и ты. А. Вот я говорю, я из-за этого паруса я не вижу, куда он там вообще. А, ветра нет, да? Блин, пипец, как неудобно, конечно. Мультика. Так. Ну, спускать не будем. Очень неудобно. Ну, серьезно, вот этот разворот камеры, это прям... Ай. Это прям фу-фу-фу. Ой. Во-первых. Сейчас приплывем. Спокойно. Да, блин, ну... Да, дай. Блин, реально неудобно. Мы плывем. Мы плывем к тебе, наш собрат по путешествиям, сестра, не знаю. А ну, добавь газу. Мы яростно приближаемся. Ну, я надеюсь, что мы к ней плывем. Или к ним. Блин, реально, в первой части кто был, мальчик или девочка? Воспринималась как девчонка. Хотя там вообще было, на самом деле, там был какой-то такой колокольчик с ногами, блин. Глазастенький. Со светящимися изнутри глазами. И понять. Здесь как-то, не знаю, тут все-таки больше индивидуальности. Какие-то рыжие шевелюры, еще что-то. Ну, то есть... Какое-то лицо там проглядывается, какие-то действия. Ну, действия, говорю. Какие-то движения такие. Не знаю, как-то угадывается, что это мальчишка. Хотя, может, кто-то скажет, что нифига подобного. Ой, куда это я? Не туда. Добавим дров. Добавим скорости. Ну что, я доплыву, не доплыву. Где ты там, друг сердешный? Так, а что ж получается, третья часть будет уже про них двоих как-нибудь, или кого-нибудь еще добавить? Кстати, было бы прикольно, на самом деле, еще кого-нибудь добавить. Потому что здесь был небольшой задел на воздухоплавание. Смотрите, в первой части был небольшой задел на просто плавание, когда мы там в какую-то, на какую-то платформу садились и немножко, ну, какой-то, как паромчик такой, немножко гребли. Здесь небольшой был задел на плавание, на это, воздухоплавание. О, вон она сидит. С поломанной машинкой. Она? Это же она, с ней все нормально? Или он? А, смотрите, а здесь изменилось! Да, слушайте, здесь-то поменялось немножко. Она не та, персонаж не так выглядел в Lone Sails. Прибытие. Добрый день. Ну, все-таки, по-моему, ты девчонка. Встретились. Хотя фиг его знает. И чего? То есть они кто? Они друзья, родственники, случайные люди. Кто они? Блин. Только не говорите мне, что это конец всей серии, блин. Вы знаете, команда справа выглядит поубедительнее, я вам скажу. Слева как-то полузатопленные мостки и угробленная, да, машинка. А справа такой универсальный монстр. Но красиво. Все получается.
получается все. У этих игр есть один огромный недостаток и одно гигантское достоинство. Огромный недостаток. Они короткие. Гигантское достоинство. Они идут ровно столько, сколько нужно. Спасибо за игру. Да вам спасибо, ребята, из Окомотива. Локомотива, блин. Это табло, наверное, угадывается. Блин, Дон Шмокер. Класс. Гаран Сарик. Филипп Стерн. Фабио Баумгар. Господи. Ну, ребята, у вас и фамилии. То есть понятно, что можно это выговаривать. Некоторым имя Сия кажется сложным. Ну. Ребята, я не знаю, как говорится, кто вы, где вы и почему вы это делаете. Но делайте дальше. Опа, да ладно. Они погрузили эту машину полуразломанную сюда. Так, вопрос. Как? Во-первых, как? Во-вторых, зачем? Дамы и господа из этой компании, нам нужно продолжение. Нам очень-очень-очень нужно продолжение. Прям очень нужно продолжение. Скажем так, два варианта. Либо будет еще несколько одиночных персонажей. Хотя подождите, ну а как подведешь этих одиночных персонажей? То есть, если в первой части прям четко был такой посыл, что с кем-то мы там встретились, а с кем непонятно. И здесь ты как бы плыл и понимал, что корабль, вода. В прошлый раз все закончилось около воды. Наверное, мы встретимся. То вот сейчас... Как бы вопрос. Кто эти двое? Что происходит? Куда они поплыли? Будет ли еще кто-то? Какой-нибудь... Действительно, воздухоплаватель, чисто воздухоплаватель. Ну а что? Или, кстати, или какой-нибудь путешественник под землей. Нет, ну а что? Какой-нибудь копатель. Копатель онлайн. Майнкрафтер со стажем. Это я. Не знаю, почему вспомнился, но мне кажется, по Майнкрафту... Знаете, сколько у меня видео по Майнкрафту? То ли 600 штук, то ли 700. До хрена. Ну ладно. В общем, что я хочу сказать про эту игру. Всем играть. Всем покупать, я не знаю, торрентить, ну потому что сейчас уже хрен знает, где можно купить, не купить. Я-то успел, кстати, я эту игрушку успел купить буквально за незадолго до того, как на Стиме прекратилась возможность покупок. Эх, да уж. И я очень рад, что я успел это сделать. Я ее прям ждал, и мои ожидания подтвердились. Ну, в общем-то. Вот удивительное дело, на самом деле. Вот это, наверное, первая игра, которая у меня... Ну, почти никаких претензий нет. Какие-то чисто технические небольшие, но в целом я в восторге от нее. То есть, вот, к сожалению, она не реиграбельная. Вот это вот, конечно, да. Ну, сейчас, на самом деле, большинство игр для меня уже не реиграбельные. Потому что, чопов, это раньше был момент, что я мог там задротить одну и ту же игрушку. А так вот, чтобы еще раз самому пробежать, не торопясь, не пихаясь, не толкаясь. Ну, разве что... специально облутывать все моменты, ну то есть там как-то заныривать везде, там изучать дно и так далее. Ну блин, нет, это пипец как долго получится. Это, во-первых, не факт, что себя оправдает. А во-вторых, а надо ли? И вот опять же я говорю, сколько осталось, ну, что с первой части, да, что со второй, неоткрытых моментов. Что это за игрушки олени, да, деревянные? Что это за часы, которые ты нашел? Что это за растение, которое ты посадил? Зачем? Ну надо, не надо. Это так, чисто по приколу. То есть, имеет ли это какой-то смысл? Или, что называется, иногда муха, нарисованная на холсте, это всего лишь муха и ничего больше, да? Вот. Иногда сон, это всего лишь сон, доченька, расслабься. В общем, ждем продолжения. И будет, конечно, классно, если они сюда еще какого-нибудь персонажа введут. Еще парочку. Ну а чё нет-то? Действительно, воздухоплавателя, еще кого-нибудь, можно какого-нибудь чисто подводника ввести. Ну то есть, видите, этот корабль все-таки он больше надводный. Потому что, ну, во-первых, расход топлива, ну много ты там под водой наплаваешь, да, то есть, если в первой части дрова, что называется, по дороге буквально валялись, ну а иначе как, да, иначе далеко бы ты уехал. Вот.
То есть здесь-то все-таки основной момент это именно что парусное передвижение. А подводное и механическое, оно все-таки больше такое, подспорье в некоторых ситуациях. Значит, если будет следующий персонаж, он должен быть летающим или совсем подводным. Причем машинка должна быть куда более продвинутая. Кстати, слушайте-ка, а ведь на самом деле есть хорошая привязка к этому. Ведь мы же подняли какой-то там город со дна глубин, какую-то махину. Почему бы, ну, вот именно это поднятие этой махины, да, не, ну, как бы не обозначить для появления еще какого-то персонажа, который тоже там где-то внутри сидел, в этом городе, в бункере, спокойно себе жил, никого не трогал, и тут на тебя приплыл какой-то непонятный рыжий то, и взял этот город на поверхность, выдвинул, чувак выглядывает, что происходит? Ты кто такой? А ну стоять! Ты почему меня достал? Было бы прикольно. Не, ну а чё, эй, младший, старший видеохудожник, художники, куда я? Где картинки? Так хорошо начали, на корабль, в машину погрузили, куда-то поплыли. Либо же следующее продолжение с ними двумя. Но тогда будет управление двумя персонажами. А-ля Lost Vikings. Кстати, тоже есть прохождение на канале. Обоих частей. А-ля Lost Vikings. Ну, кстати, да. Он очень хорошо плавает. Она очень хорошо летает. Она же у нас девчонка с парашютом. Если кто помнит с первой части, в отличие от того, который вниз летит, собственно говоря, как обычный человек, и внизу просто не разбивается. Просто не разбивается, да? Просто это делает такой шмяк, как котенок. Встает и дальше пошел. То наша главная героиня с первой части, у нее вполне себе такой юбка-парашют, на котором она красиво планирует. Блин, чё ж ты так рано кончилось, да? Я что-то, подождите, я вроде как по достижениям смотрел в Стиме. Надо будет сейчас глянуть. Мне казалось, там еще достижений хватает. Ну, то есть, мне как-то думалось, что мы еще какое-то время поплаваем. Оказывается, нет. Оказывается, я был немножечко неправ. Но то, что они персонажей из первой части поменяли, это, конечно, да. Я все говорил, что девчонка, девчонка. Хотя, нет, ну все равно не совсем понятно. Ну, хоть, блин, ты черт его знает. Ну, вроде по логике должен быть мальчик и девочка. Ну так уж. Не знаю, для полноты картины. Смысл пихать двух пацанов или двух девчонок? Тогда уж надо вообще расширять компашку. Чтоб там были несколько мальчиков, несколько девочек. Робота какого-нибудь добавить. Парового, кстати. Чего бы и нет. Судя по тому, как этот мир. Точнее, не так. Судя по тому, что этот мир после апокалипсиса оставил, я вполне допускаю, что здесь могут быть какие-нибудь маленькие роботики. Почему бы и нет? Тем более, тут даже присутствует некий момент такого, ну, как сказать, некий мистический момент. Если помните, в первой части, где мы радио находим, место, там какие-то смешки, хохоточки непонятно отовсюду. Кто смеется, кто хохочет, непонятно. Но было жутенько. Ну вот, блин. Вроде так, смотрите, такое впечатление, что здесь должен быть какой-то ряд картинок, да, слева? А его нет. Или реально они нарисовали буквально там парочку и все? Хм. Непонятно. Но вряд ли. Нет, я вроде полную версию купил. Вроде бы. Не знаю. Ладно, пофигу. В случае чего. Итак, увидим, что там происходит. В общем, игрушка классная, всем рекомендую так поиграть. В отличие от меня, так как вы, скорее всего, записывать не будете. Ну, вы видели, игрушка в целом не длинная, ее на самом деле можно за вечер, я уверен, проскакать при желании. Ну что, вы мне дадите какую-нибудь эту финальную-то картиночку? Или так это все и останется? Есть загрузка. Ну да. Новая игра. Настройки управления. А что статистика скажет? 29 тысяч метров. А, всего 30 км пришли. Точнее, 29,5 километров. На корабле под парусом. 18,5 тысяч километров. Короче, 18,5 километров на корабле с двигателем. Почти 11 километров. Пройденное на корабле под водой. 4 с небольшим. 4,2 км. Ну, 4,3 километра. На корабле с ускорением 73 метра, ремонт корабля 9 раз. Да ладно, одного ремонта не хватило для получения достижения. Ну, елки-палки.
Ну, правда, я его и не ломал, будем честны. То есть в некоторых моментах, где я мог корабль повредить, я вовремя, так сказать, убирал паруса и так далее. Ну и, кстати, я все-таки обратил внимание, что в этой части, скажем так, меньше таких моментов, когда именно что твоя машина повреждается. В первой части было прям четко, что когда ты попадал в какую-то передрягу, у тебя прям все ломалось, и ты должен был прям сделать починку. Но там и починка была не такой, не заканчивающейся. То есть это действительно подразумевалось. А здесь все-таки починка, сами видели. Это такой ограниченный ресурс. Ну, ладно. Может быть, я потом добью это достижение в новой игре. Ну, еще один раз починюсь. Или загрузиться и врезаться куда-нибудь. Специально поломать свой корабль. Ладно, посмотрим. В общем, вот такая замечательная игрушка получилась. Far Changing Tides. Мне дико понравилась. Всем рекомендую. Она классная, супер. Ну, правда, купить ее сейчас уже не получится. Ну, что, как обычно, под зеленым флагом. Да уж. Надеюсь, скоро эта ситуация как разрулится и станет немного лучше. Ладно, народ. В общем, плейлисты поддержки канала в описании. Не будем о грустном. Плейлисты поддержки канала в описании под видео. Ставьте лайки, дизлайки, подписки без отписок. Пишите что-нибудь. Еще раз, всем рекомендую эту игру. Как-то так.